Зачастую даже устоявшиеся исторические даты, если копнуть поглубже, оказываются не более чем условностью. Январь 1966-го тоже исключением не стал. Министерский приказ на поверку не более чем формальность и далеко не факт, что за его подписанием стоит реальный производственный результат. Вот как описывает эти события Евгений Андреев в своей книге «Ивдель. Край белых ночей». Вопреки устоявшемуся мнению, первый цех Ивдельского ЛПУ в 1966 году пущен не был. Его строительство началось весной, а 14 августа газета «Северная звезда» опубликовала первый репортаж со строительства компрессорной станции. Участник строительства Рубин так описывает свои впечатления. «Совсем недавно я сам наивно полагал, что газопровод – это только огромная длинная труба. Действительно, давление газа в источнике в первое время достаточно высоко, чтобы газ добежал по трубе до места назначения. Но так продолжаться бесконечно долго не может. Год от силы два. И вот тут-то приходит время компрессорных станций. Государственная комиссия приняла первую очередь газопровода 30 марта 1967 года. Именно эту дату можно по праву считать днем начала настоящей работы Югорского трансгаза. Изначально, когда строили газопроводы, никто же не планировал, что будут эксплуатировать их тут десятки лет. И Грим Серов, он там рассчитан был на какое-то время, и месторождение должно было иссякнуть. А про те все месторождения, которые потом были открыты, как те Уренгойское, Ямбурское, про это еще не было ничего известно. Стук молотков, звяканье ключей, шипение, разбрызгивание голубых искр от сгорания электродов – все это напоминало поистине героическую трудовую симфонию. В скалистые траншеи метр за метром ложились трубы. Сделав несколько десятков изгибов, красавица-гитара ушла в землю искать кормилицу трубу. Словно картонные домики, опустив низ козырьки, нашли свое место воздухозаборные камеры. И над всем этим фантастическим сооружением гордо поднялись ввысь дымовые трубы. «Принимай, Урал» – свою первую ивдельскую компрессорную. Газета «Северная звезда», март 1967 года. Пафос был, конечно, присутствовал. Но тут как-то, потому что и в других же газетах, везде тоже первые полосы, и там навстречу, достойно встретим, и идя, и шагая уверенно, и так далее, и так далее. Все это присутствовало, конечно. Усилить работы по изысканию новых, более эффективных методов разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений. Значительно повысить степень извлечения нефти и газового конденсата из недр. Из материалов 24-го съезда КПСС. 30 марта 1971 года. Колеса диктуют вагонные, где срочно увидеться нам. Мои номера телефонные. Работа в ЛПУ была непрестижная. Здесь приходили молодые специалисты, ребята после школы, после освобождения из мест, лишения свободы. Когда заходишь на щит, там такой дядька сидит на колках, сменный инженер. Ну и что, что срок отмотал, но он же в данный момент... Я же говорю, что были вообще люди адекватные и никак этим не кичились. Люди без образования работали машинистами, смертными инженерами, справлялись, машины пускали, работали. В процессе работы учились, если больше некому было. Наверное, все-таки Ивдель Лак, он свой отпечаток тоже наложил. Ведь здесь же ведь на сегодня в городе 4, скажем так, зоны есть, которые расположены в черте города. Появилось отделение КГБ в Ивделе. Первый начальник был Арефьев Владимир. Он приехал сюда, и при мне был такой разговор. Вот Арефьев, он еще молодой тогда был, или старший лейтенант, или кто, я вот не могу сказать, потому что они в основном в гражданке ходили. И он говорит, как это у вас тут все работают? У вас же тут даже на вахте вроде люди сидят с судимостью. Это же вроде как-то надо... с этим что-то делать, тут вроде как такое серьезное производство, но с точки зрения государственной безопасности, все. У них совсем другое понятие, я понимаю, что это комитет госбезопасности. У нас по всему городу были очень высокие заборы с вышками, языки строили дома. А потом уже где-то начиная
где-то начало, наверное, где-то 73-74 год начали строить, может, чуть пораньше, начали строить уже дома для газовиков. Вначале в городской черте возник поселок Газа, 8 деревянных домов, существующие до сегодня. Затем началось строительство жилья в микрорайоне станции Ивдель-1. В феврале-апреле 1966 года в благоустроенные квартиры въехали первые жильцы. К 1973 году здесь было сдано в эксплуатацию 3500 квадратных метров жилья, детский сад «Голубой огонек» на 90 мест и два магазина. Евгений Андреев, «Край белых ночей». Первый городок. Это на первом Ивделе вырос газовиков. Владимир Иванович Паршаков, первый секретарь горкома партии, стал тянуть их в город, как он сам рассказывает, затягивать в город. Газовики стали строить в городе, и вот вырастает детский комбинат с бассейном в Ивделе. Эти малыши увидели свет в прекрасном отделении новой больницы. И хотя родились они в суровом краю, но и здесь, как и всюду в нашей стране, все лучшее отдается детям. Детские сады, так вот такие, по лучшим проектам и непременно с бассейном. Оставить след в истории даже отдельно взятого города, согласитесь, само по себе уже немало. Первый капитальный детский сад с бассейном, первые каменные дома. Все это для глухой провинции с печным отоплением в свое время явилось ощутимым шагом на пути к водам цивилизации. Ну и самим газовикам, особенно поначалу, пришлось пожить, что называется, по старинке. Парадокс. 50 лет Ивдельскому ПУ. Процентов 10 газифицировано города Ивделя. 90% топит дровами. Тоже в свое время все не успели сделать, а сейчас при мне вот уже 6 лет проекта прорабатывается. Сейчас проведут центральную, если, допустим, где-то на кордоне. Теперь бабушка, которая там, или дедушка живущая, надо 60 тысяч за подключение. Ну, понятно, что где они их возьмут. Если бы в свое время, когда был Советский Союз, все остальное прочее, можно было все спокойно сделать. И газовики в сам город, они же принесли, что построили детские сады, это дороги, это благоустроенные дома, которых, в общем-то, еще и, если откровенно, до газовиков-то не было. Весна еще не вступила в свои права, но уже заявила о себе. И поэтому пока зимняя автотрасса между Краснотуринском и Ивделем позволяет делать перевозки, ведется усиленная транспортировка грузов для Ивдельской линейно-производственно-диспетчерской станции. Успешная перевозка в оставшееся до весны время узлов газотурбинных установок будет способствовать успешному выполнению графика строительства нового цеха. Газета «Северная звезда», март 1972 года. При мне начали строить третий цех. И вот когда его построили, тогда, помню, включили все оборудование на полную нагрузку. И потом было в центральном телевидении сообщение, что газотранспортная система вышла на проектную мощность, и порядка мы там в сутки давали что-то около 200 миллионов кубов, что ли. По тем временам это... Что-то, по-моему, даже нереальные цифры были. Немые, но все еще живые свидетели того времени, когда производственные показатели в 75 миллионов кубометров газа в сутки, да даже 100, являлись, если не фантастикой, то явным результатом преимущества социалистического строительства. Сегодня все это вместе взятое особых эмоций не вызывает, ну, разве что ностальгическую улыбку, сдобренную сентиментальными нотками. Сюда, в ЛПУ, я первый раз попал... В 1972 году мы заканчивали школу, и нас сюда привезли на субботник. Здесь строился второй цех уже. Вот на площадку на строительство второго цеха нас сюда привезли. Мы тут разбирали доски, там перекладывали что-то, где-то что-то там, может, благоустройством занимались, что-то где-то порядок наводили. Ивдельское райуправление газопровода создано в январе 1966 года. Несколько позднее начато строительство компрессорной станции. На момент пуска первого цеха коллектив насчитывал 97 человек. Сейчас 250. 10 лет назад Ивдельское ЛПУ эксплуатировало 123 километра газопроводов и перекачивало в сутки 25 миллионов кубометров газа. В 1976 году 372 километра, 20 газотурбинных агрегатов общей мощностью 115 мегаватт, свыше 100 миллионов кубометров газа в сутки. Газета «Северная звезда», январь 1976 года. У нас два цеха еще работают, шестерки, которым уже очень много лет. И заниматься модернизацией этих газоперекачивающих агрегатов никакого смысла нету. Поэтому разговоры о 55-й системе, что ее закроют и ликвидируют, идут давно.
Ну, пока, если она существует, наверное, будет работать. Наверное, с точки зрения будущего транспорта газа, надо смотреть на оптимизацию газотранспортного потока, просчитывать варианты, где-то какие-то цеха консервировать, убирать старые типы агрегатов, вводить более современные. Все имеет свой срок, но в масштабах жизни человека 50 лет срок солидный. И жизненной опытности уже в достатке, дабы суметь дать должную оценку, да и чем полезным поделиться найдется, коль жизнь не зря прожита. При взгляде же на дело рук человеческих на эти стены, в которых полвека тому назад загудели первые турбины, когда вообще все было впервые, невольно хочется совершить прыжок во времени и самому взглянуть на события тех лет. И самое главное, на людей, что эти самые стены возводили, да пробудили к жизни холодный металл. Таким, как они, сегодня ставят памятники, как дань труду и вкладу. А тут, пожалуйста, корпус ныне демонтированного цеха номер один, причем номер один с большой буквы, потому как самый первый, потому как сам себе памятник. Цеха, которые, какие бы они сейчас оказались неказистыми, тем не менее, они работают. Машины, агрегаты, конечно, они сегодня несовременные, но на тот момент они были такие, они свою функцию выполнили. Нужен был стране газ, его дали, так что все познается в сравнении.